В зал торжественной регистрации брака приглашаются Вакрушев Владислав Алексеевич, Матвеева Алена Александровна. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Все проходите в зал. Уважаемые родители, присаживайтесь на первый ряд. Гости, все располагайтесь в зале. Проходите, присаживайтесь. Сегодня, 22 августа 2015 года, управлением ЗАГС администрации города Ижевска регистрируется брак Вакрушева Владислава Алексеевича, Матвеевой Алены Александровны. Уважаемые Алена Александровна и Владислав Алексеевич, мы приветствуем ваше решение и искреннее желание стать супругами. Самый удивительный дар природы – прекрасное чувство любви, и мы твердо уверены, что только любовь благословляет ваше решение соединить свои судьбы. А сейчас я прошу вас, взявшись за руки и глядя друг другу в глаза, мысленно повторить слова клятвы. Смотрю в глаза, дыхание затаю, в них яркий свет, сияющий, небесный. О, как тебе идет любовь моя, наряд обворожительный невесты. И этот свежий утренний букет в твоих руках особенно прекрасен. И облика милее в свете нет, и мир вокруг безоблачен и ясен. Клянусь тебе, улыбка с уст твоих сходить не будет даже в день ненастья. И не отчей будем мы детей своих, мы в силах дать друг другу это счастье. Мы сможем очень многое вдвоем, мы все осилим, все преодолеем. Теперь по жизни рядом мы пойдем и сохранить очаг любви сумеем. А сейчас я прошу вас подтвердить слова клятвы старинным обычаем. Во все времена он символизировал крепость и нерушимость семейных уз. Прошу вас обручиться кольцем. Перед государственной регистрацией заключения брака я должна спросить вас, Алена Александровна, является ли ваше решение стать супругами взаимно и добровольно? Вас, Владислав Алексеевич, прошу вас скрепить подписью «Ваш семейный союз» в акт этой записи о заключении брака. Thank you.
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации сегодня, 22 августа 2015 года, в городе Ижевске, ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравляю вас. Уважаемые молодые супруги, в этот замечательный день вам с теплыми пожеланиями обращается глава Удмуртской Республики Александр Васильевич Соловьев. Дорогие молодожены, примите самые теплые поздравления с днем рождения вашей семьи. В этот день вы переживаете яркие и неповторимые мгновения своей судьбы. Верю, что вы пронесете трепетное чувство любви через многие годы. Счастья вам, здоровья и семейного благополучия. Разрешите вручить вам ваш первый семейный документ – свидетельство о заключении брака. А сейчас первый супружеский поцелуй. Поздравьте друг друга. Уважаемые молодые супруги, вспомните то недавнее время, когда вас, совсем еще маленькие, всюду сопровождали и регали самые дорогие, самые близкие вашему сердцу люди, ваши родители. Они бережно вели вас по жизни, куча доброму и светлому. Трепещут мамы и волнуются отцы. Такой момент запомнишь навсегда. И словно повзрослевшие птицы взлетают ваши дети из гнезда. Незримая лишь крепче будет нить, а с рождения сквозь судьбу идет. И где бы вам не приходилось быть, ее никто нигде не забыл. Родителям всегда мы будем чтить, благословением будет этот дом. Спасибо за умение любить и в благодарность низкий вам поклон. Принимайте, уважаемые родители, и сына, и дочку в свою семью. Целуйте, обнимайте их. Теперь они оба ваши дети. И будьте счастливы своими детьми. Поздравляйте их, пожалуйста. Thank you.
только уже поздравил молодых супругов. Я прошу вас образовать для них широкий свадебный коридор. Уважаемые молодые супруги Вахрушевы, пусть ваша семейная жизнь будет всегда освящена любовью. Пусть она подарит вам радость. Отныне каждый ваш новый день будет начинаться с любимого человека. Всего доброго вам. Будьте счастливы. Дорогу молодым, уважаемые гости. Самоподожженными следуют родители, свидетели и гости. Веселой вам свадьбы и добрых друзей. До свидания.